Ой-ой-ой-ой. Я, ребята, здесь никогда не был. Куда мы заехали? Куда мы заехали? Ребята, всем привет, вы на канале Никита ТВ Геймс, и мы сегодня поиграем в Hill Zombie Racing. Вы просили в задании показать 5 красивых тачек именно в Hill Zombie Racing. Ну, я, ребята, могу выделить, наверное, 4 красивых тачки, которые мне здесь больше всего нравятся по дизайну, и мы с вами сегодня на них покатаемся. У меня, как вы знаете, все тачки открыты, последняя тачка у нас баги, это 15-й этап. Удивительно, что игра продолжает развиваться, обновляться. И даже, по-моему, сейчас она немного обновилась. Там какое-то в гараже появилось новогоднее украшение. Первая тачка из 4, которая мне нравится, это, конечно же, Кибертрак. У нас это был этап 9, ребята. Вот такая вот тачечка. Давайте перейдем в гараж и смотрим. Вот она, ребята. Тачка Илона Маска. Это, ребята, Кибертрак. Да, и появились какие-то новогодние украшения в гараже. Посмотрите. Мы видим какие-то огоньки моргают. Вроде бы этого не было. Ну что, выбираем Кибертрак. Давайте протестим одну из красивых тачек. Так, наш Кибертрак. Нормальная такая тачечка. Пушка. Пушка вообще зачетная. Такой очень, ребята, современный. Современный автомобиль, которым не так-то просто. Не так-то просто управлять на этой сложной локации. Да ё-моё. Что происходит? Зомбаки на всех, на каждом шагу. Я сейчас все... Всю турбочку себе спалю. Нет, пока. Ладно, давайте поехали сюда вниз. Спустимся. Мы в Это где мы, в канализации, что ли? Я уже... Да ё-моё. Для этой локации тачка явно не подходит. Но зато тачка спортивная, в принципе. Но здесь ей очень сложно. Очень сложно играть. Ах ты, да не хватило. Немножко не хватает нам, чтобы... Хорошо проходить этот уровень, но вы... Опять в эту воду попадаем. Нет, это не канализация. По-моему, у нас канализация есть другая. Локация, так, какой-то самолет. Самолет разбит. Это что, ангар, может? А, мы на какой-то пусковой... На какой-то пусковой установке. Видите, здесь шахты разбитые, ракеты другие находятся. На каком-то космодроме будет, может. Так, ну мы, ребята, в принципе, смотрите, без проблем. Без проблем проехали. Вторая тачка, которая мне... Тоже дико нравится. Это следующая тачка, 10-й этап. У нас здесь, ребята, такая вот синенькая машина. Но это, по-моему, просто спортивный какой-то, спортивный автомобиль. Давайте сразу мы в гараже посмотрим. Крутая такая заниженная, спереди заниженная тачка. Сзади крутая, мощнейшая турбина стоит. Пушечка, конечно же, так себе. Но вроде тачка очень быстрая. А мне, если честно, ребята, нравятся именно быстрые тачки. Ну что, давайте... Тестим суперспортивный автомобиль. Ух ты, как она валит. Короче, накидывает она нормально. Так. Куда мы свалились? Куда? Вот сейчас мы в канализации, ребята, в какой-то. Сейчас упали в канализацию. Так, нет. А, это мы в метро. Типа в метро, наверное, куда свалились, да? Смотрите, по-моему, тут какие-то... Какие-то тут поезда стоят. Так, ужасно сложно. Но мы пытаемся... Так, я хочу повыше подняться. Ой-ой-ой-ой. Я, ребята, здесь никогда не был. Куда мы заехали? Куда мы заехали? Держись, держись, тачечка, держись, давай. Куда мы заехали, ребята? Что это? А, там ящик, вы видели? Там сверху стоит ящик. Да, вот это жесть. Это жесть. Ё-моё, падаем. Смотрите, падаем. Капец. Да у нас без шансов здесь, на такой локации. Ну, это прикольно. Поднялись куда-то в самый верх. Да, тут все ломается, все рушится. Зря, конечно, может быть, зря спалили турбинку. Но так бы мы не поднялись. То есть, если кто собирает эти ящики, вы поняли, где ящик находится. Достать его практически... Практически нереально. И у меня еще заканчивается, ребята. И идем к третьей. Третьей тачечке. Здесь я уже, ребята, остановился на таком вот военном... Военном броневичке. Это у нас 13-й, ребята, 13-й этап. Такой вот военный броневик. Тачка, смотрите, какая прикольная, большая, массивная, мощная, опасная. И главное, что пушка ее, где именно башня. Смотрите, какое там граффити. Улыбка такая нарисована. Смотрится очень как-то красиво, смешно, так что... Тачка реально зачетная. Давайте покатаемся на военном броневичке. Тачка тяжелая, да, не быстрая, как я люблю. Но она мне нравится. Пушка вообще мощная. То есть на этой тачке ты спокойно, смотрите, едешь.
всех давишь, никто тебя не остановит. Единственное, быть может, мы не успеем по скорости куда-то далеко заехать. Давай, давай, я на турбинке поднялся. Хорошо, здесь потихоньку в воде мы спокойно все это проезжаем. Так, давайте, зомбаки, нападайте на наш военный броневичок. Спокойно, аккуратно заезжаем в тоннель. Поехали, мочим зомбаков, всех давим. Кстати, за столько же времени, сколько я играю в эту игру, потихоньку как-то к управлению привык. Поначалу игры она у меня сильно раздражала, сейчас как-то более-менее адаптировался. Ладно, давайте сюда свалимся вниз. Ой, уже слишком мы свалились, конечно. Так, не так же, конечно. Ой, в какую-то вообще пещеру попали. Так, куча зомбаков. Ну, они нам явно ничего не сделают, так, спокойно. Да, повыше. О, повыше поехали. Выезжаем из пещерки. Да, ребята, хорош. Из пещеры мы выбрались. Так, кто там дальше? Куда? Вниз. Ё-моё, ускоритель закончился. Так, ну что, мы успеем? Да, ребята. Доехали. Хорош. И я бы сказал, последняя тачка, которая мне нравится. И эта тачка реально самая последняя. Это, да, новая, ребята. Самая новая тачка, 15 этап. Это багги. Тачка мне нравится тем, что она очень шустрая. Красивая, в принципе. Так что давайте. Давайте по пляжу погоняем. Погоняем на таком вот багги, ребята. Тачка быстрая. Проходимость вообще зачетная. Колесики такие большие. Смотрите, стоит... Два пулемета. Вообще, тачечка мне очень нравится. Так что прокачивайте, открывайте ее. И тут, кстати, смотрите, ребята, тоже какие-то самолеты летят или шаттлы разбитые. Так, погнали, погнали, давай. Вообще, тачка просто угорает. Смотрите, ребята, даже без какого-либо ускорителя она поливает просто зачетно. Вообще носится. Носится, эти пальмы ломает. Так, давай забираемся повыше. Да, видите, самолетики какие-то лежат. Пальмочки, короче. Странно, что разработчики сделали последнюю обнову предновогоднюю. Ух, куда мы попали? Но именно на какую-то летнюю тематику. Это все делают именно какие-то зимние тачки. Так, ладно, давайте, ребята, не отвлекаемся. Хотелось бы доехать. Проехать этот последний этапчик. Так, у меня закончился ускоритель. Ладно. Последние метры. А, я под воду свалился. Свалился под воду. Вот они, зомбаки, ребята, пошли. Зомбачки, зомбачье пошло. И у меня заканчивается топливо, и мы доезжаем, ребята. О, круто. Классно покатались. Это мои 4 тачки, которые я выделяю. Вы в комментах напишите свои тачки. У меня, видите, это багги, этот броневичок. Кибертрак, типа как тачка Тесла, и суперспортивный автомобиль. Конечно, тачек здесь еще много, так что напишите, какие тачки нравятся именно вам. С вами был Никита, до скорого, пока-пока.